Знаете, я хочу с вами поделиться вот этой мыслью. Я вспоминаю чемпионаты России последних, двух десятилетий, будем так говорить. И вот редко тогда я называл столько знаменитых фамилий, которые знает весь мир, не только в России. Вчера более 20 имен олимпийских чемпионов, чемпионов мира было названо. Некоторые даже немножко обижаются сейчас, почему не называете призеров чемпионатом мира олимпийских. Ну вот, не успеваем. Сегодня были названы имена еще где-то около 10 новых, не названных вчера человек. Вот такой интерес вызывает борьба не только у вас, дорогие зрители, болельщики, болевые, но даже и у профессионалов. И не только, кстати, болевые, но мы вчера видели и Валерия Газаева, футболиста, и боксеров великих олимпийских чемпионов, чемпионов мира и сегодня, и альпинистов представляли, покоряющих Эверест, и представителей самого города и других спортивных профессий. Чемпионат в Ингушетии стоит того, чтобы его посмотреть. Аплодисменты Ингушетии! Начались поединки 1-4 финала. Я напоминаю, что финалы сегодня начнутся в 18 часов. 18 часов. Каждый месяц по 3 схватки. Две за бронзовые медали и одна схватка за золотую медаль чемпиона России. Таким образом, 9 поединков, которые определятся лауреаты сегодняшнего дня в трех весовых категориях. Все схватки пройдут на одном ковре. Так что мы не сможем видеть все нюансы борьбы и запомнить эти очень важные, мы уверены, интересные бои. Thank you.
Победил Ахмед Магомаев, город Москва. Следующий Андрей Мурин, Адам Гагиев.